Привет, друзья! Очень важное экстренное сообщение. Внимательно смотрите до конца. Комар-беспилотник. Для чего же я его запустил? Для того, чтобы наконец понять, в чем проблемы, как заслониться и защититься человечеству от всяких ковидов и прочее, от тех, кто хочет людей расчеловечить и превратить их в исполнительных роботов. Так вот. Почему я горжусь нашей школой, человек будущего Homo Futurus? Потому что у нас великолепные участники. И вот мне Андрей Локотош, доктор, мой коллега, мой ученик по методу ключ, с которым мы в свое время выпустили методическое руководство по профилактике выгорания. Очень хороший парень, с которым мы всю жизнь дружим, из Красноярска. Привет, Андрюша, посмотришь. Вот. Прислал необыкновенно интересный материал. Он будет там в прикрепленном комменте в описании под роликом. Где-то там произвели исследование крови и обнаружили, что люди, которые занимаются медитацией, там вот есть группа экспериментальная, контрольная и так далее, там целое описание, вы посмотрите, это чрезвычайно важно, что происходит в крови и почему иммунитет растет против всяких вот этих штук у людей, которые занимаются медитацией. И все пазлы сошлись. Я раньше никак не мог понять, медитация, там в расшифровке в Википедии, это размышление. И при чем тут размышление, казалось бы? Оказывается, есть состояние медитации, в котором размышление становится оптимальным. Размышление вообще, это человек без этого не может, это человек Homo sapiens, человек разумный. И поэтому получается в одном пазле – человек должен быть разумным, но для этого он должен мыслить. Это второй пазл. И третий пазл. Есть оптимальное состояние, когда он может мыслить. Вот все пазлы сходятся. И медитация – это размышление. Это не просто размышление. Это в таком оптимальном состоянии, идеальном состоянии для размышлений. А какое размышление идеальное? Получается, что в состоянии глубокой задумчивости ведь происходит отключение эмоционального сопровождения, то есть страха за ошибку, комплексов, стереотипов, там уходит наше эго. И поэтому мышление становится свободным от ограничений, от этих ограничений, от страха и других нервно-мышечных зажимов, там кровоток улучшается. И поэтому люди, которые там занимаются медитацией, как проверили в этой группе, экспериментальной и контрольной, у них вот эти вот кровяные тельца, при заражении их экспериментальным вирусом, который сделан так в модели, но без ковида, но с этим белком там и так далее, я не биохимик и не гематолог и так далее, но вы там увидите, там все понятно сказано. Не заражаются. Я могу сказать метафорой, комар их не кусает, вот этот вирусный. Так вот наш комар-беспилотник пробился туда, в эти познания, и определил, что оказывается, вот видите, наша школа, сотрудничество. Оказывается, если человек занимается медитацией, не в плане там, как вот обычно нас учат медитацией заниматься, это чепуха все. Глубокое размышление. Размышление на фоне этого состояния свободного сознания. Оно дает проникновение в истину. И человеку открываются новые миры понимания. Так вот, Homo Futurus – это человек будущего, который, в принципе, обучает людей медитации. А что такое ключ? К
Ключ – это снятие нервно-мышечных зажимов, это раскрепощение, выход на нулевое состояние. Нулевое состояние – это эмоциональная дистанцированность, то есть бесстрастное мышление. И вот так получается, что ключ помогает людям, которые не умеют по каким-то причинам войти в состояние медитации. Это ключ к медитации. И все пазлы сошлись. Поэтому это мое сообщение важное, экстренное, защищающее людей и человечество от этого беспредельного воздействия, бесчеловеческого. Вы представляете? Оказывается, у нас был мощнейший ресурс, который был и у Будды, который в медитации, который просто надо было правильно понять, что значит размышление, потому что я смотрел в эту Википедию размышления. А есть процесс медитации, состояние медитации, в котором размышление происходит. И вот все сошлось. Итак, метод ключ – это наш ресурс защиты. Это наш ресурс поднятия иммунитета против всяких вирусов. Вот так, друзья. Читайте, смотрите, подписывайтесь на наш канал. А в прошлые разы мы делали коллективное творчество, коллективный разум. И мне там написали, сигареты мешают этой девушке. Ну вот, пожалуйста, сигареты нет, как вы советовались. Видите, нет сигареты, она божественна. Ей не нужны ни сигареты, ни ковид, ей ничего не нужно. Она собирается, может быть, влюбиться или уже влюбленная. Да, и вот посмотрите мою картину, которую я дописал. Это я писал своей внученьке Гретке. Вот. Да, видите, у нее там фата, это она когда замуж выходила. А теперь у меня правнучек Максимка, ему 2 года. Он человек будущего, вот это он будет знать прекрасно. Поэтому ключ к медитации спасает человечество. То есть к размышлению. Да, без страха. До встречи, друзья!